На дорогах Узбекистана все чаще можно встретить электромобили и гибриды. Явление относительно новое. В связи с этим появляется множество мифов. А поможет нам их развеять компания BYD, которая организовала целую академию для своих клиентов, где им рассказывают, как правильно обслуживать свои авто. Академия организована компанией BYD Astana Motors и представляет собой курс лекций под названием BYD без секретов, предназначенных для владельцев автомобилей бренда. Но насколько же полезны были эти занятия? Мы пообщались с участниками, которые уже успели приобрести гибридные модели BYD. Ну, естественно, мы увидели разницу между гибридами, электричками и ДВС. Гибрид, он еще лучше тем, что вы не можете не заботиться о том, что у вас заряд упадет, вы можете ехать на бензине и продолжать путешествие на дальние расстояния. Были некоторые вопросы, на которые можно было получить ответы, именно по управлению, касательно как заряжать. Как долго заезжать, получил ответы, но я думаю, сейчас зимний период наступает, там будут еще дополнительные вопросы. Я думаю, то, что данное мероприятие будет постоянной основе, то мы будем получать соответствующие, как говорится, ответы на наши вопросы. Естественно, когда речь идет об электромобиле или гибриде, то больше всего внимания уделяется батареям. Про их работу подробно рассказал инженер по техподдержке BYD Central Asia. Сегодня мы познакомили наших клиентов с гибридной системой DMI от компании BYD. Это гибридная система третьего поколения с высокой эффективностью, с низким потреблением, низкой массой всего силового агрегата на автомобиле. Ну а если вы хотите стать участником Академии BYD, то вся необходимая информация у вас на экране. Предварительно вам просто нужно будет записаться. Ну а у меня на этом все. До скорых встреч!